Мы с вами находимся у главного входа на территорию монастыря, трехпролетная арка Святых Ворот. На втором плане мы с вами видим полукружие алтаря. Смывает грехи первого человека, Адам и Господа. И символично, вот это стоял, да? А там нет ничего, там уже проходили. Ой. Thank you.
С добрым утром. Спокойной ночи. Подъем. Просто так полюбоваться сказочным озером. А запах какой здесь? Угу. Попробуйте. Слабо нырнуть. Это
прикольно. Снимайте, да? Это для съемки.
Как хотите, все сидят. У нас прекрасные. Александр Царевич Пушкин. Цветок. Цветок досохший, бездыханный. Забыл книги пожила. И вот уже мечтой странной душа находится. Детство, когда покой весны и долго цвет. И сорван чужой, знакомый или рукой. Как бы вообще, конечно, стихи это дело такое для себя. Но школь мы вот так собрались, то получается не для себя, а от себя для себя. Поэтому с такой громкостью к тебе не относится хорошо. Вообще, чтобы слышно было всем и все чувствовали вместе. Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Мимолетное видение, как гений чистой красоты. Там голубка дряхлая моя, одна в уши лесов сосновых. Давно, давно ты взял меня. Ты домин, в пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и взял я небо с дроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мутной змеи в уста замешанные мои, вложил десницы кровавые. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Евич Пушкин, фонтан Бахчисарайского дворца. Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Твоя серебряная пыль меня кропит росою хладной. Ах, лейся, лейся, ключ отрадный, журчи, журчи свою мне быль. Уединенный в синепленительных дубрах, я был свидетель умиленный ее младенческих забав. Она цвела передо мной, и я чудесной красоты уже отгадывал мечтою еще неясные черты. Ты пир, где веселье, председатель, а свобода мой мир за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает звуки песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. И мне прошлого больше не жаль, только много и много напомни, это темно-вишневая шаль. В этой шале я с ним повстречалась, и любимый меня он назвал. Я стыдливо лицо закрывала, а он нежно меня целовал. Говорит Афанасий Фет, бабочка, ты прав, одним воздушным очертанием я так мила. Весь бархат мой с его живым миганием, лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу. Здесь на цветок я легкий опустилась, и вот дышу. Надумай, что Пушкин был спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг. Дуэль не состоялась, осталась боль и ярость, да шум великосветский, что так ему постыл. К несчастью, Соболевский год в Европу жил. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Когда волнуются желтеющие нивы, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячутся в саду малиновые сливы,
Да росой, обрызганной душистой, румяным вечером и лед сейчас золотой. Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Глаз зверей, буди, буди пастушек рано. Пусть кинут мирную постель, а не с деницею румяной, услышав раннего свирель. Свирель, унылая свирель, взывай пастушек в полдень знойный, приют тут свежий и покойный, где бук растет, густеет ель, где в травке ландыши белеют, семьей березки зеленые и трелит нежная свирель. Люблю, не для меня красы твои блистания, люблю тебя и прошлое страдание, и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. И струится река серебристая, в царстве вечернем зеленой весны. Солнце садится за горы лисицы, рог золотой выплывает луны. Запад подернулся лентой розовой, пахар вернулся в избушку с полей, а за дорогу, в чаще березовой, песни любви затянул соловей. Я с упреком, я презрение к тебе не таю, но люблю я твой взор с поволокой и лукавую кроткость твою. Да, ты кажешься мне распростертой, и, пожалуй, увидеть я рад, как лиса, притворившись мертвым, ловит воронов и вороня. Ну и что же, лови, я не струшу, и как бы твой плыл не угас, на мою охладевшую душу натыкались такие не раз. Не тебе. Константин Бальф, лебедь. Заводь спит, молчит вода зеркальная. Только там, где дрельнут камыши, чья-то песня слышится печально, как последний стоп души. Это плачет лебедь умирающий, он своим прошедшим говорит. А на небе вечер догорающий, и горит, и не горит. А это зодчий. Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье свое приходить мастерам. И велел благодетель, гласит летописца, сказать, пометенной победы да выстроит каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих иноземных мужей, пивших пару вина в один дых. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Ива. Зачем ты, ива, вырастаешь над судоходную реку, и волны мутные раскрывают, как будто нужен им покой. Преград не зная и обходов, безумная жизнь твою губят. Проходящих пароходов несутся в воду на тебя. По линия была так уджа, полночный троллейбус. Когда мне не в мочь пересилить беду, когда поступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. Последний, случайный. Полночный троллейбус по улицам мчит, верши по бульварам кружений, чтоб всех подобрать, потерпевших ночи, крушения. По Москве, Москва, как река, затыкает. И боль, что стучала с парчонком в виски, утихает. Я меч, прославленный кузнец, меня любовно закаля. Огонь творящий, мой отец, а мать — глубокая земля. Спорю кольчуг, как листок, чертя свистящую дугу. Пушинка ляжет на клинок и распадется на лету. Где утро — рай, и полдень — рай, и все закаты, где были шпагами лопаты, и замком царственным сарай, куда ушли, в какую даль вы? Все так же сонно тяжело качаются на клумбах мальвы. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь согнувшись под метелью белой? Аль что увидел, аль что услышал, словно за деревню погулять ты вышел.
бурен бы нет круг. Как зверя назову, заплачет, как за да покровья шаму, как за ворон зашуршит, как путник раздавит вам из ложки.
молчать. Да, да. Второй куплет. Схватили за животы.
безобразие. Да, да. Нужно выяснять. Да, да. Надо их ремнем. И я того же мнения. Вечер романс. Какие вы красивые. Спасибо. Спасибо. Вот так.
Thank you.
Не будешь ли я, не будешь?
Да.
и передать родителям. А еще чего? На стенку навешу. Мои родители мне письма не присылают. Выговор сделай. Ну как, все пройдут это препятствие? Выходит, как из тоннеля. А вы откуда? Из Москвы, это детский парк. Да, я понимаю, на автобус просто приехали, да? Мы отдыхаем, занимаемся Поречьем. Поречьем. В это время вдове профессора Московского университета, пианистки, так и старушки, Лебедевой 30, но она здесь не бывала с 30-х годов. Вот она Михаила Михайловича этот дом и продала. А зацепилась, вот как-то он душой зацепился за это место, от двух вещей. Первое – это веранда. Но вот веранда, вы видите, необычного дворянина, разорившегося. То есть вот он был в такой усадьбе, которую мы там знаем все по русской литературе, знаем по фильмам и так далее. Усадьба с аллеями и деревянный дом с мезонином. И вот эта аллея напомнила ему детство. Поэтому так получилось, что может многие из вас читать уже. Майнрид – всадник без головы. Вот, да, Майнрид – всадник без головы. Читал уже несколько раз. Перечитывай. Ну, еще. Все в доме. Вот все вещи мемориальные. Знаете, английское слово memory, память. Значит, подлинное, памятное, подлинное. Но с одной стороны, когда вещи подлинные, это говорит, конечно, как
как-то о многом, да, значит, вот по этой обстановке мы совершенно можем судить вот о самом человеке, который здесь жил. Но живут сотни и сотни и сотни людей. И буфет, в котором, ну что, чашки стоят, посуда, да, как всегда и всех у нас, тоже стал символом той жизни, в которой живет писатель. Так что вот этот вот диванчик здесь, ну он просто никогда, никогда так не бывает, да, что это синяя машина. Но тем не менее, по-моему, остальные вещи... Карелия, там лужучек, его всегдашнее увлечение после революции, он какое-то время даже просто жил от ружья. Вот его фотопринадлежности, да? Ну, спасительная машинка, да, которая работает. Единственное, что здесь не мемориально, это книжки, вот, которые мы издаем, и вот в Японии идет собрание сочинений Пришвина. Вот это единственное, что не мемориальное. Вот. А остальные вещи так и были при Михаиле Михайловиче. Кровать осталась солдатская после... Ребята, сядьте опять как сидели, сейчас нам расскажут то, что обещали, потом мы что-то споем. Лиля, я вам очень благодарна. Я просто давно как бы не ожидала, ну вообще не ожидала просто, что ну, так как-то мне было очень как хорошо с вами разговаривать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Рассказ Михаил Михайлович, когда был вот в эвакуации, я, по-моему, всем рассказывала об этом. Вот в Переславле-Залесском Усолье, там недалеко ботик Петра Первого музея, он там делал свой первый флот, да? И во время войны там был... И чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела Патефон. Ну вот, я считаю, что вы должны петь, я столько говорила. Давайте вечернюю звезду ставим. Как сидели, вы свой ходите. Thank you.
с той стороны все встали. С обратной стороны. Аплодисменты куда-нибудь выводим. Куда вы? Ну, дерево выходит, ищет свое открытие. Выходите к дереву. Отойдите, девочки. Девочки, отойдите, пожалуйста. Поздравлять долгосрочных, долговязы. Да, даже самоделочный. Еще. Да, еще. Что именинником взять? Или вы вернетесь еще? Стульчик надо взять. Наверное, вы вернетесь. Да, именинники вернутся. Именинники, но ты не вернетесь, естественно. Вот, ну а дальше все там видно будет. Называются бойницы, а второй ряд мушекули. Через вот эти мушекули поливали противника смолой, горячим маслом. И около стен монастыря в 17 веке... Красивая. Вы посмотрите, красная башня разделена на две неравные части. Большой вход и малый. А здесь, вот здесь все благость. Тембра колокола. Пел сам здесь созвонит замечательный звук. Можно все посмотреть, как это замечательно. Рада.
Thank you.